здании Щелковской администрации только что прошла встреча, в рамках которой было решено, что с 13 по 22 апреля в Щелковском городском округе пройдет «Неделя добра». Ну а как именно она будет проходить, узнаете далее. Весенняя неделя добра – это ежегодная акция, которая проводится в различных регионах нашей страны. В нашем округе она будет реализована впервые. Благодаря ей организуются социально значимые благотворительные мероприятия, например, экологические уборки территорий и их благоустройство. После зимнего периода, я имею в виду прошлого летнего периода, особенно на берегах наших рек, которые протекают по территории Щелковского городского округа, да, очень много осталось грязи, которая сейчас из-под снега еще, естественно, вся проявилась, да, значит, и нам, естественно, нужно это все дело будет в рамках месячника по благоустройству максимально убрать. Всего же планируется провести около 33 мероприятий. Они будут состоять из дней волонтерства, истории и памяти, добрых знаний, донорства и труда, защиты животных и окружающей среды и многого другого. Благоустройство памятников и помощь бездомным, и помощь животным, и субботники, которые будут проходить, и открытые уроки по экологии. Будем изготавливать скворечники в парке, будем спасать ежиков, собирать батарейки и много-много мероприятий. Поэтому всех жителей мы приглашаем принять участие в этой акции. Представители общественных и молодежных организаций Щелковского городского округа сами проявляют инициативу участия в акции. Ведь неделя добра – это повод лишний раз сделать что-то по-настоящему хорошее. Также мы следим за соцсетями, и рядом, относительно рядом с нами, с молодежным центром находится приют Берта, приют для бездомных домашних животных. И, конечно, наше добровольческое объединение «Лабиринт» волонтерское не может пройти мимо этой акции, тем более приют действительно нуждается в помощи, и помощи уборки территорий, корма для животных. Поэтому мы обязательно в эту акцию съездим к ним и сделаем для них добро. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».